Убирайся отсюда, чтоб я тебя больше не видела. Это мой детеныш, и я этого так не оставлю. Какая жирненькая! Если ты решил, что я не услышу твоих трусливых шагов, то ты ошибся. Ты же обещал мне вернуть камень после того, как я яйца подменю. Обещал, но разве ты выполнил свое обещание и Нора воспитывает детеныша Тирекса? Я следовал четко по твоей инструкции. Тогда объясни мне, почему из яйца тиранозавра вылупился стегозав? Рекси, мы уже все обыскали, папы нигде нет. Может, сходим на остров великанов посмотрим? Денвер специально пришел к нам в долину охотиться, поскольку у них там напряженно с едой из-за засухи. Странно это все. Папа никогда так долго не пропадал. Помогите! Помогите! Это в долине мхов. Идем быстрее. Это уже не мои проблемы. Если не вернешь камень, я все Тирексу расскажу. Ха-ха-ха, иди. Только твоим распрекрасным Тирексом лакомятся падальщики. Подожди. Что-то я запутался. Если ты не врешь, получается, что горгозавры похитили утиные Тирекса яйца стегозавров? Но как они там оказались? Думаю, их еще до горгозавра кто-то подменил. Возможно. Но кому это надо? Блэки, это ты? Вытащите меня отсюда! Я думал, до вечера уже не доживу. Спасибо, ребята. Как ты умудрился застрять в дупле? Увлекся мешной ящеркой, а она умнее оказалась и сюда заскочила. А вообще я отца ищу. Его уже неделю нет, всю долину обошел. Насколько мне известно, наши папы вдвоем на охоту пошли. Что-то у меня нехорошие предчувствия. Тирекс, ты слышишь меня? Тирекс, дружище, очнись. Тирекс, очнись.